батька встречает. Вот домик, в котором живет Миколка. Такой не у всех бывает. Неказистый с виду, но зато на колесах. Миколка сын помощника машиниста. Он родился и вырос в теплушке. И в жизни у него своя мечта – водить паровоз. И всегда, проходя по перрону, он видел одно и то же. Сколько раз он спрашивал у отца, почему люди воюют? Кто выдумал войну? Отец говорил, что войну затеяли буржуи. А раз они сами затеяли, так пускай сами и воюют. Подрались часок, другое дело с концом. А тут третий год. Третий год война. Да, трудно было разобраться, Миколке, что происходит на белом свете. Ту-ту! Барыш, багаж украли! Кто? А, это ты, внучек? А, я не спал. Как же не спал? Спал? Нет, не спал. А вот и спал. Нет, не спал. Спал? Не подходить к охраняемому объекту. Кругом, три шага вперед, шагом марш. Сторож тоже мне. Гроза всех мальчишек, жандарм. У, чучело усатое. Смерть в царских казематах. Вот что ожидает нас. Где же выход из этого тупика? Выход в борьбе за свержение царского самодержавия. Долой царя, долой войну. Батя! Пойдем, сынок, домой быстрее. Бать, а ты привез что-нибудь мне? Привез, привез гостинца в хустинце. На вот, неси. Шин, шин. Бать, что это? Не тронь, это не для тебя. Сегодня одного ловили. За это самое. Ловили, да не словили. А что там написано? Где? В листках этих. Там, сынок, правда написано про буржуев. Да про царя самого. Так человека того за правду ловили. За святую правду, сынок. Какая же это правда, когда за нее жандармы ловят? А такая, брат, что как соль им в бочи. Как бы сына-то не учил. И так всю жизнь живешь под страхом. Люди как люди живут. С начальством ладят, машинисты выбились. Хаты свои имеют, а ты из-за этих листовок свои взгляды. Сбегаю, знаю, что-то дед долго не идет. Нельзя нам иначе, Ганночка, пойми. Сколько людей гибнут на фронтах. За что? Тюрьмы нашим рабочим братам полны. За что? Арестуют тебя, Петрусь. И так может быть.
Сын ведь у нас. Ну, Миколка, недаром тебя паровозом зовут. Пыхтишь на всю станцию. Из круга съехать. А ну попробуй. Друг Миколки, Ленька Таракан. Иди сюда. Скорее. У него есть настоящий револьвер. Чего? Сейчас вон оттуда генерал пойдет. Самый важный. Видно, главнокомандующий. Разные дела, внучек, разные. Вон, видишь, пассажирский пошел. Так в нем один знакомый генерал поехал. Ну, знаешь, поговорили о том, о сём. С тобой сам генерал? А что ж ты думаешь? С разумным поговоришь, ума наберешься, а с дурнем последний потеряешь. Со старым артиллеристом, героем турецкой войны, завсегда найдется об чем поговорить. Потолковать о том, о сём. Вот, к примеру, взять стратегию. Что такое есть стратегия? Стратегия. Деда, а это тебе за стратегию дали? Это? Нет. За проявленную в боях с турками выдающую храбрость. Значит, ты турков совсем-совсем не боялся? Турков-то? Эх ты, чижик ты мой. А жандарма нашего испугался? Кто? Я? Ох, боюсь я его, как волк козы. Да видел бы ты, как этот... Усатый черт передо мной в струнку тянулся. Видел, все видел и видел, как он тебе по шее дал. Ах ты, сморчок, ты такой, да я тебе... Выходит, я что, грешу? Видела, какой ты храбрый, ого-го. А за что мне медали даны, забыл? За лягушек. За каких таких лягушек, а? За каких? А которых ты гонял из подкушек. Ах ты, сморчок, Деда, это я так пошутил. Ты храбрый. Все знают, что ты храбрый. Ладно, ладно. Внучек, а ну поди сюда. Что я тебе дам? Чего? Баранок свежих. Вкусные. А пахнут как? Может, с маком?
С маком, внучек, с маком. Иди, 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 полакомься. Иди, иди, внучек, полакомься. Ох, большой баранок. Боюсь, как бы не поломать. Ну-ка, внучек, возьми сам. Бери, бери. Ага, попался. Вот тебе за лягушек. Вот нет, тебе за пушек. На, получай, с маком. Больно, не смейся нет. Над старым артиллеристом. Больно. Не смейся. Я тебе покажу, как турок бьют. Я мне тебе покажу, как за... пушки залезают. Рот подложу под картечь. Сдаюсь. А, сдаешься? Давно бы так. Ну, отвечай, кто я есть? Герой турецкой войны. Так. А еще кто? И императорских орденов. Кавалер императорских орденов. Смешно, деда. А что тебе смешно? Супостат, деда. Ну, кавалер. Орденов кавалер. Так. Вот у стрелочниковой Зоськи. Кавалер. Ты тот молодой, а ты дед да кавалер. Эх, мал ты еще. Ничегошеньки не понимаешь. Раз даны мне ордена, значит, кто я есть? Кавалер. И даны они мне. Да, сам читай. За храбрость. Храбрее тебя, деда, во всем свете не видал. Ну, ладно, ладно, не подлизывайся. Будет тебе баранок. А про этого усатого черта помалковай. Ну, мало ли чего по службе не бывает. Деда, вот этот хороший. Этот? Маку мало. Что ты копаешься? Все хорошие. Хороший, хороший. Вот этот, по-твоему, хороший. Плати деньги абы за что. Господа, прошу освободить помещение. Прошу, господа. Прошу, прошу. Внучка, этот хороший. Хороший. На, возьми. Давай, налево, направо. А и ждете кого? Начальство какое? Ждем, не дождемся. Кого? Его величество. Царя. Его божьей милостью. Николая II. Да, да. Дал бы Бог последнего. Да, да. А? Пойдем, внучек. А царь бульбу с салом ест? Царь? Царь, брат ты мой, царь, а не что-нибудь. Вот он тебе сядет за стол, вот так. А вокруг его тысячу слуг. Тысячу? Тысячу, не менее. Один сало подает, другой бульбу, третий вина заморские, четвертый и это... А, селедку. А пятый что? Чего пятый? Подает-то что? А, о! Соленые огурцы. А пареный горох царь ест? А что ты думаешь? Возможно, ест. Царь все может съесть. Вот только мне кажется, царю и без гороху неплохо живется. Не царская это еда. Не может быть, чтобы царь до пареного гороха не ел. Ничего на свете нет вкуснее. А царь-то ведь не дурак. Нет, не дурак. Он, брат, ты мой хитрый и все знает. Кто как живет, кто о чем думает. Вот и про нас с тобой знает. Сидит он где-нибудь в Санкт-Петербурге, на троне. Взглянет на карту, видит станции наши. А, вот, говорит, где живет мой старый герой турецкой войны, дед Остап. С внуком Миколкой. И сейчас же в Сенат вопрос. А как Миколка деда слушается? Плохо. Подать его, говорит, пред мои царские очи. И... Чик-чирик, и нет головы у Миколки. Деда, я же слушаюсь. А, ну, добро, коли так. Тогда, говорит, дать ему золотые палаты. Зачем нам, деда, золотые палаты? Хату бы нам небольшую с лежанкой, чтоб тебе тепло было спать. Ишь ты, чего захотел? Будь тебе, царь, лежанками заниматься. У царя не хаты, а золотые палаты. Ну, раз не хочет Миколка золотые палаты, ну, тогда пускай выбирает что-нибудь другое. И сейчас же шлет за тобой своего камердинера. День добрый, господин начальник.
это что такое? Стены поганить, казенное имущество портить. Да не дай бог, его императорское величество убить. Только подойди! Вот же это, стопузы, ходишь как бочка в штанах. Кто ты такой есть? Уходи, а то сейчас как дам. Кто такой нашелся? Миколка. Уходи отсюда! Миколка, ты молчи, перестань. Я царю, пожалуй! Перестань, простите, господин начальник, дитё неразумное. Сами хамы. И детей хамами растите. Боже, сохрани, сильный державный, не спешите! Даруй на славу нас, царствуй на славу нас. Wir lieben unseren Kaiser. Wir lieben unseren Kaiser. Я люблю мой царь. Их любит Кайзер. Meinen Kaiser. Их любит meinen Kaiser. Noch einmal. Их любит meinen Kaiser. Все чада должны любить царя. Сие есть помазанник Божий. Семенов, ответствуй, кто есть царь? Мазанник божеский. Идиот, помазанник. Идиот, помазанник. Молчи, дубина. Помазанник, помазанник, дубина. Ну? На коленях трижды выпиши слово сие. Окаянные. Похож! Похож! Кто похож? Никто не похож! На вождение! Кто это сделал? Весь класс! Весь класс лишается чести встречать его императорское величество! Вот! Конечно, больно, хлопцы. Но не горюй, Миколка, я ведь и ты правильно влепил. Проверим оружие. Эх ты, мазила. Учись, пока я жив. Мы теперь с Миколкой больше не школьники, а политические. Понятно? Нас даже на перрон боятся пускать, чтобы царь не испугался. Значит, будем действовать отсюда, понятно? Не буду действовать отсюда. Как это не будешь? Так и не буду. И вовсе я не политический, я в школу попрошусь и примут. Как же примут? Важный граф отыскался. Еще как примут, я царю пожалуюсь. Царю? Прошение, что ли, подашь? Его величеству. Не надо мне прошений, я сам все расскажу. И расскажет. Как царь приедет, я к нему в поезд. Царский поезд? А что, конечно. Конечно. Факт. Факт. Только попробуй, в раз забуксуешь. Не забуксую. Конечно, не забуксую. Ну что, давай об заклад. Давай. Если не забуксуешь, отдам свой револьвер. Смит Вессон? Смит Вессон. Один патрон к нему, вот тебе крест. Ладно, а я тебе краски и картинки. Идет? Идет. Свети. Слово свято нерушимо.
Главное не упустить время. Когда соберется побольше народа и подойдет царский поезд, бросайте в самую гущу. Ясно. Понятно. У меня на примете хлопцы подходящие есть. Какие хлопцы? Добрые хлопцы, вроде твоего Миколки. Везде пролезут. Ты что? Детей в такое дело впутывать и думать не смей. Наступил торжественный день приезда его Божьей милостью Николая II, императора и самодержца Всероссийского, царя Польского, великого князя Финляндского и прочее, прочее, прочее. Хотел увидеть. Не надо мне вашего царя. Я домой хочу, мамки. Нет, почему же? Мы покажем. Приказано показать тебе как следует. Thank you.
понятно. Всех политических крепко бьют. А вам что еще надо? Это вы его подговорили! А ну вон отсюда! Да зря ты, Ганна. Хлопц тут ни при чем. А кто тут при чем? Может, я его научила? Может, я виновата? Кто при чем? Я знаю, кто при чем. Тебе чего, старый пес? Я до вас на минуточку, ваше скородие. По какому делу? По личному! Эй! Мамка! Чего же он тихо, делает? Тихо, сынок, тихо. Видно, так уж надо. Пойдем, Ганна, поживешь у нас. Ставь самовар. Пассажирский подходит. Спи, сыночек. Спи. Батькин поезд еще далеко. Ничего, мы с тобой потерпим. Скоро деда выпустят, а там, может, и батя вернется. Скоро? Скоро, скоро. Приезжали люди из Питера. Говорили, что скоро все переменится. А что говорили люди? Ну, этого тебе знать не надо. Наступил февраль 1917 года. День добрый, Ганна. День добрый, господин начальник. Ай-яй-яй, как у вас худо. Да и дует кругом. Трудновато тебе, Ганна, с малым. Надо помочь рабочему люду. Переезжай обратно в вагон. Так сказать, в дом свой обжитой. Я и вещи помогу перевезти, и ремонтик сделать. Со всей душой. Ведь я Златка вам никогда не имел. Что был, то сплыло. Скинули, скинули! Мамка, царя скинули! Ей-богу, скинули! Вот. Замолчи! Скинули, скинули! Замолчи, жандармы услышат, замолчи! Нет больше жандармов. Кончились жандармы. Революция. Ура! Революция! Ура! Ах, вот оно что. Мириться пришел, погибель свою почуял. Ах ты, буржуйская морда! Будешь копейки срывать! Будешь копейки срывать! Это хорошо, что подняли красный флаг. Теперь, Миколка, беги и расправляйся со своими врагами.
Враг номер один – царь. Отрывай ему голову, Миколка. Ты помнишь, как тебя пороли? Враг номер два – жандарм. Это он порол тебя. Это он посадил деда в тюрьму. Это он выбросил вещи из теплушки. Теперь от Миколки ты никуда не уйдешь. Враг номер три. Гимназист. Впрочем, этого мальчишку можно было бы и не бить. Худал-то как весь. Ничего, дочка, ничего. Дед, а? На. Здесь даже есть один патрон, настоящий. Спасибо, внучек, спасибо, родной. Нет, ни одно событие не могло происходить без Миколки. Шагать во главе отряда. Эх, Миколка, жалко только у тебя винтовки нет. Ты, видно, бы тоже из нее пальнул, когда наши рабочие стали брать власть в свои руки. Великий Октябрь. Теперь власть принадлежит рабочим и крестьянам. Все теперь наше. Паровозы наши, дороги наши, земля государства наша. Будем же, товарищи, защищать революцию до последней капли крови. Одним словом, говорит он, и наука, братишки, теперь будет наша, пролетарская. Какой у кого есть талант, развивай его для дела революции, точка. Раньше что получалось? Оказался, допустим, у Леньки или Миколки живописный талант художника, а их из школы за борт. Хотя кто-нибудь из них вроде Айвазовского может стать. Был художник такой. Здорово! Штормы и бури рисовал. Словом, морская русская душа. Из простых матросов, между прочим. Между прочим, Айвазовский никогда не был матросом. Как это не был? А кто он был?
Просто интеллигент, так сказать, сухопутный. Сами вы, гражданин, интеллигент сухопутный. Товарищ Айвазовский через талант свой интеллигентом стал. И вы, хлопцы, того самого достигнуть можете. Ваше право теперь, и наука ваша. На кого хочешь, на того и учись. Ваш фарватер не загорожен. Хочешь быть машинистом или инженером? Учись, получай диплом. Хочешь быть капитаном дальнего плавания? А? Или доктором? Начальником станции, допустим. Хочешь, а? Хочу. Имеешь полное законное право. Рабочий класс всего может достигнуть и все превзойти, потому что ему принадлежит мир. Вот как учит нас лучший учитель Ленин. Так учите же так, чтобы он сказал вам: молодцы, братишки, полный вперед, будущее за вами. А может, еще рано? А ну назад! Занятия не будет! Не велено пускать! Немец идет! Идет Германия! Германия! Фройлен Амалия! Фройлен Амалия! Фройлен Амалия! Позвольте ручку! Неоценимая вы наша! Какие новости! Какие новости! Кайзер Вильгельм порвал Брест-Литовский договор. Его войска уже на соседней станции. Герр Степанов, для меня это уже не новость. Я догадываюсь, я знал. Кайзер не допустит гибели цивилизации. Я рада, да? За цивилизацию. Ура! Ура, фройлен Амалия! Гох! Ура! А я в депо! Ну, счастливого пути, Сёма. До скорой встречи, товарищ комиссар. Иди. Наши делают, что угоняют паровозы. Не врагам же их оставлять. За лучший мир, за святую свободу, на бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперед, рабочий народ. На бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперед, рабочий народ. Разве можно было спать в эту ночь? Thank you.
А дальше что? Да Ленька не дал досмотреть, что дальше было. Но его не догнали. Не догнали. Как не догнали? Батя! Тихо, Миколка. А как ты убежал, я и не заметил. Ленька таракан помешал. Урыжил. А наших сегодня из депо в Пакгаус посадили. Дядя Ваня там, дядя Степа с ними. Батя, дай закурить. Зря ты сюда пришел, товарищ комиссар. Самое безопасное место, никто и не подумает, что я дома сижу. Товарищ комиссар. А уходить мне нельзя, пока товарищей не выручим. Завтра их могут увезти отсюда. Как по Гаузову и близко не подойдешь. Часовые кругом. Я знаю, как пробраться. Ни один часовой не заметит. У нас там секретная дырка есть. Мы туда за голубями лазили. Тут не голубями пахнет. Сиди, брат, да помалкивай. Мал ты еще. Вот и хорошо, что мал. Взрослого сразу заметят, а я как мышь прошмыгнул. Пусти, батя, я проберусь. Ты же сам говорил, что я не кто-нибудь. А кто же ты? Большевицкий сын. Вот кто. Об этом тоже сейчас помалкивай, чей ты сын. Проберусь, батя, только пусти. Что ж, может, и верно? А? Только мамка не узнает. Знаю, все знаю. И что товарищей вызволить надо, и что жизни своей не пожалеешь, знаю. И что сын у нас как отец, все знаю. А коли нельзя иначе, пусть уж с тобой. Мама! Ганна! Ай, момент. Я хочу их виль этвас заган, что-то сказать им, битте. Гуд, гуд. Комиссарились, гладранцы. 24 часа освободить квартиру, чтобы духу не было. Только пикни. Halten Sie sich nicht lange auf. Wir warten auf Sie. А ну открой окно. Скажи им, пусть идут, ты догонишь. Маймгер, их, я тут, их музбляйбер, я тут в гости зашел. Фарен си. Шон гуд, абфарен. Господа, товарищи, ведь я же свой, я же русский, помилуйте. Не погань доброго слова, скотина.
возможно. Опущу лишь и не дыши. Ну. Иди. Thank you.
Нам приказано уйти. Вместе с Красной гвардией вас выручать будем. Ты, Василий Степанович, остаешься тут за старшего. Хорошо. Будь осторожен. Сами ничего не начинайте. Понятно. Сведения передавай через Ганну, с ней все условлено. Все будет в порядке, товарищ комиссар. Молодец, сынок. Я думал, ты так себе, шалтай-болтай, а ты, оказывается... Кто я? Настоящий большевик. Прощай, сынок. Батя, я с тобой. Нельзя тебе со мной, дорогой ты мой большевик. Тебе задание. Помогать матери. А сейчас иди с дедом домой. Жгут ироды. Все жгут. Деда, куда это они? Куда? В Германию. Фатерлянд по-ихнему. А по-нашему будет теперь мужик лыка есть да водой запивать. Деда, домой пошли. Wegen Widerstand gegen die deutsche Wehrmacht, wegen Hetzerei der Bauer gegen die Gutsbesitzer, ist der Matrose der russischen Flotte, Mitglied des bolschewistischen Sowjets, vom Feldgericht zum Tode verurteilt. Abteilung! Laden! Abteilung! Деда! Тихо! Какой же ты храбрый! А меткий! Ну, про храбрость ты забудь! Дедушка мой! Тут немцы сейчас такую тревогу поднимут! Бежим! Неужели Миколка и тебя обыщут? Здравствуйте, люди добрые. Здравствуйте. Здорово. Никак нас в трудовую коммуну привели. Была коммуния. Да вся вышла. Вот опять тут имение паны Сипаева. Так будет с каждым, кто посмеет грабить мое добро. Это вам не большевики, это армия великого кайзера, императора Германии. А я ваш хозяин, ваш господин. Иди ко мне, внучек, иди. Нечего тебе туда глядеть. Ты разве это люди? Всем нам одна дорога. Все вот так, по дому. Не каркай.
Страшно мне, деда. А ты не бойся, внучек. Не бойся и не плачь. Дурень ты мой. А я и не плачу. Только мы, наверное, не выйдем отсюда. И не увидим мы больше ни бабки, и ни мамки. Жалко мне их. Как они там без меня? Бог даст, живы будем. Всех увидим. И мамку твою, и батьку всех. Спи, внучек, спи. Не будем мы живы, дед. Убьют нас. Совсем убьют, как тех, что на дворе. Боюсь я, деда. А ты не бойся, внучек. Чего тебе бояться-то? Все будет хорошо, все будет славно. Придет время, когда не будет ни панов, ни войска кайзерова, а будут только одни рабочие да крестьяне, да такие вот, как ты, большевицкие сыны. И земля будет наша, и все-все паровозы. И побегут они куда шибчей, чем теперь. Почему? А потому что они будут наши. А нас-то с тобой не будет. Вон на дворе пулеметы стоят. А ты плюнь на них, на пулеметы-то. Подумаешь, пулеметы. Мы пушек турецких и то не боялись, а тут пулеметы. Да и пулеметы будут наши. Большевик! Большевик! Что он тебя приговорил, а? А мы того офицера, который тебя хотел расстрелять. Постой, постой. Так это вы офицера? Ну, а кто же? Деда, как даст ты, Смит, весь он, иди кать. Ну, счастлив твой бог, братишка, что мы вовремя подоспели. А то бы не простил тебе кайзер моего спасения. Деда Сёма, а не страшно тебе было, когда
на тебя ружья наставили. По коням! Страшно только штатским бывает. А мы знаем, за что воюем. За что? За мировую революцию. Ну, садись, помоги, Лёня. Ходили в шлях партизаны, гомонили лясы и поляны, гомонили лясы и поляны, как выходили в шлях партизаны. Не сумуйте вы, сестры и мати, вы с похода героям чакайте. Какие у вас сведения, господа? Вы, господин полковник, мы не отправили и половины того, что назначено для Германии. Эти рабочие жгут вагоны, разрушают рельс. Вы либераль, хер Колофа, кроком большевик. И беферит и штрафтрупсы поштерпнут. Усилить карательный экспедицион. Jeder, der den Aufenthaltsort der Bolschewiken und den Partisanen angeben wird. Кто укажет место нахождения большевиков и партизан, получает награду одну корову и 50 марок. Поймавший комиссара или бывшего матроса по имени Семен получает в награду одну корову, один дом и 1000 марок. О-о. Полковник фон Шмаль. Маловато, маловато. А все-таки корову дают, а? Бой с корову спереду, коня сзаду, а дурня со всех сторон. Боимся мы, как волка зыбь. Так какой же ответ дадим, братишки? Финдос им в нос. Какой спрос, такой ответ. Лучше голым в крапиву садиться, чем с ним возиться. Вот ответ. Отнесите здешнему старости, пусть передаст своим хозяевам. Сегодня староста не может. Его хоронить будут. Как хоронить? Обыкновенно, по всем правилам, с попом и кадилом. А ну, признавайся. Кто его прикончил? Что вы, товарищ командир, разве можно? Мы самовольно никого. А мы как сюда ворвались, так впереди взвода где-то Остап с Миколкой был. Староста их за немцев принял, встречать вышел с хлебом, с солью. К честь по чести, а те на конях, да с криком. Ну, тот не выдержал и загнул. Так ведь у меня конь шальной. Как понес? Как понес? Ну чего вы рогочите? Я же ведь не кавалерия и не пехота. А вот дай мне орудию. Вот тогда я действительно.
А к этому старости я никакого военного отношения не имел. Они сами, вполне естественно, с перепугу скончались. Товарищ командир, к вам связные. Мамка, мамка! Родночек, родной мой, вырос-то как, батя. Ну-ка, дай я тебе развяжу. Миколку-то мыл? Мыл, два раза мыл. Мам. Кто командир? Ишь ты какая. Я командир. Самый главный? Самый главный. Покажи, что не брешешь. Вот тебе крест. Ну ладно. Давай сюда. Да ты не бойся, здесь все свои. Давай письмо. Вот наше письмо. Вот. Приближается крах германской монархии. Под натиском союзных войск застрелял. И революции не раз, внутри страны. Тише ты, вояка. Кайзеровские генералы чувствуют бурю и спешат уйти, стремясь захватить с собой побольше нашего хлеба. Ни единого зерна хищникам империализма. А еще мы с дедом в атаку ходили на боевых конях. Ой, Миколочка, а тебе не страшно было? Страшно только штатским бывает. А мы знаем, за что воюем. За что? За мировую революцию. Вот за что. Комитет коммунистической партии большевиков призывает. Каратели с двух сторон, на конях. За мной. Догоняй, догоняй, догоняй. Давай, пошевеливайся, пошевеливайся, бегом. Окружают гады. Мало нас, не пробраться к своим. Ну? Старосту-то хоронить надо. Верно, дед. Действуй. Спрашивали, оружие вас хватает? Обойдемся. Бабоньки, слез побольше, больше слез. Как
Ставь сюда. Ну, братишки, покойник воскрес. Разбирай оружие. Мы поможем вам и вашим солдатам уехать домой, в Германию. Но вывозить наш хлеб и наше добро рабочие не дадут. Мы будем вам помогать домой, но наше брод, это гестроленный гуд, не получат. Ни один паровоз, ни один вагон не уйдет со станции, если вы не примете наших условий. Wenn Sie unsere Bedingungen nicht annehmen, wird kein Waggon die Station verlassen. Sie haben Glück, dass ich nicht befohlen habe, Sie zu erschießen. Raus! Вы имеете счастье, что я не велел расстреливать вас за столь оскорбительные для армии кайзера требования. Убирайтесь вон! В самом деле, господа, это уж слишком. Выгнать вон дело, конечно, нетрудное. А вот ежели к 3 часам дня не будет вашего согласия, пеняйте на себя. Es ist nicht schwer, uns fortzujagen, aber wenn Sie uns um 3 über Ihre Anweisungen nicht in Kenntnis setzen, dann sind Sie selbst daran schuld. Воюю. Николка, найди
дядю Васю. Пусть гонит паровоз. Помощь нужна. Торопись. Хорошо. Огонь!
страшно, сынок? Не, бать, там страшнее. Мамка там, деда, дядю Сему ранили. Скорее будешь победить. Победим. С такими сынами обязательно победим. Иначе и быть не может. Никому своей родины не отдадим. Никогда. Ваши войска обязаны покинуть город и выехать в Германию в 24 часа. Подпишите. Подпишите, комрад. Подписывайте, господин полковник. Гуд. Хорошо. Еще долго придется палить этому бронепоезду изо всех пушек по разным буржуям и капиталистам, по врагам советской власти, пока он не встанет на запасный путь. С такими сынами обязательно победим. Иначе и быть не может. Никому своей родины не отдадим. Никогда. Никогда.